Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admirals, и рад приветствовать вас на нашем видео, которое, как всегда, публикуется по понедельникам. Сегодня мы разберем ключевые события предыдущей недели, разберем, что нам стоит ожидать на этой неделе, разберем громкие ситуации, которые были на акциях, ну и также разберем ключевые рынки, валютные пары, индексы, для того, чтобы посмотреть с точки зрения технической картины, что сейчас происходит на рынке и что от этого можно ожидать. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Одно из ключевых событий прошлой недели, с которого мы, пожалуй, и начнем, это обвал обучающих платформ китайских компаний, которое произошло, соответственно, на прошлой неделе в связи с новым регулированием в этой области со стороны Китая. Мы, в принципе, говорили ранее, что инвестиции в Китай довольно-таки опасны, да, с точки зрения того, что вес правительства в китайских компаниях довольно-таки большой. Мы разбирали скандал с Alibaba, да, и с другими компаниями, которые происходили. Плюс также есть, продолжается ситуация торговых войн, да, с США, она сейчас, конечно, чуть менее активна, да, чем была ранее, но, тем не менее, те действия, которые проводит Китай, они, соответственно, в этом случае довольно-таки опасны. Ну и, собственно, это произошло с обучением на текущий момент. Акции компании TAL Education и Oriental Education упали на прошлой неделе. Если посмотреть на график, да, это график с Finviza, эти акции также торгуются на американской площадке, на NYSE, и, соответственно, мы с вами видим, что буквально за неделю с отметки 90 акции упали на 6. Конечно, это, ну, пожалуй, в этом году беспрецедентный случай, да, тех обвалов, которые были. И инвестируя в китайские компании, все равно нужно помнить, что такие моменты не могут быть. Это китайский рынок, он опасный, поэтому держать какую-то большую долю в подобной компании, конечно, не стоит. Всегда лучше диверсифицировать. То есть 1-2% от портфеля еще может быть, ну и плюс лучше диверсифицировать еще также в различных компаниях. Так вот, что же произошло? Произошла ситуация, при которой правительство Китая решило повлиять на сферу обучения и ввело ряд ограничений, связанных с тем, что, например, компаниям нельзя будет привлекать капитал, выходить на IPO и так далее. Ну и плюс будет ограничение с точки зрения самого процесса обучения, да. В целом, да, если идти, если резюмировать, да, то китайское правительство хочет сделать обучение максимально доступным, а это значит, что оно должно быть бесплатным, да, соответственно, компании будет крайне сложно зарабатывать только от государственных денег. Сложно привлекать капитал сторонний, да, плюс есть такие ограничения, что преподаватели могут быть только из Китая, плюс ввели ограничения на онлайн обучение для детей до 6 лет, его в принципе запретить. Поэтому здесь такие изменения, они, ну, собственно, ставят коммерческую компанию в ряд государств. Да? Ну и, собственно, от этого, конечно, перспективы инвестиций в подобные компании, они неинтересны, поэтому все в, ну, максимально быстром режиме старались из этой компании выйти. Ну и, собственно, что ждать дальше? Компания уже заявили на этих выходных то, что, ну, по крайней мере, TAL Education, то, что они, да, понимают те требования, которые идут со стороны правительства и будут максимально им следовать. Перспективы того, чтобы держать эти компании дальше, да, если они были там в ваших портфелях, то они сейчас крайне сомнительны. Ну и, в принципе, акции упали там на порядка 70%, то есть это вряд ли кто-то захочет держать, да, у себя в портфеле такие акции. Но такие ситуации могут быть, да, еще раз нужно крайне аккуратно подходить к выбору компании. Американский сектор пока, ну и американские компании пока остаются самыми надежными, да, и в том числе и в этом отношении, да, поэтому большинство инвестиций идет непосредственно в Америку. Но у меня также есть китайские компании, там, например, тот же самый Alibaba, который я у себя пока продолжаю держать, и волатильность по ней тоже довольно-таки большая, но, опять же, это небольшая доля от моего портфеля. В целом, что сейчас происходит на рынках? Коррекцию откупили, да, то есть прошлой неделе она шла как раз под знаком быков, и фактически S&P 500 уже обновил локальный максимум, мы видели новые движения из, наверное, ключевых компаний, да, то есть то, что я хотел посмотреть, те компании, которые активно двигались на прошлой неделе, да, это была и Moderna, и Facebook, и Google, и много других компаний, в том числе Twitter, да, все пока благодаря, ну, многие из них благодаря хорошим отчетам, да, которые выходили по компаниям. Кстати, отчеты пока бьют рекорды, да, в сравнении с прошлым кварталом 2020 года.
года, который был, как мы с вами помним, не самым лучшим. Ну и также из топ, из индекса S&P 500, тех акций, которые падали на прошлой неделе, это Intel. Да, Intel я также у себя продолжаю держать в портфеле. Ну и ряд других компаний, в том числе, например, акции компаний из сектора туризм, да, вот Carnival Corporation, да, компания, которая предоставляет круизы. Собственно, как и в авиаотрасли, здесь ситуация довольно-таки плачевная, да, то есть, опять же, вот есть компания, мы, кстати, разбирали это на вебинаре с Фуадом, вы можете посмотреть на Ютубе, есть запись, да, в разделе видео, и более подробно как раз мы вот эти акции обсуждали. Дело состоит в том, что акции, компании, они, у них маржинальность небольшая, да, им нужно привлекать довольно-таки большое количество сторонних денег, да, то есть дополнительно. Плюс выезжать на собственных ресурсах в прошлом году у них просто не было возможности. Сейчас мы видим компанию, у которых капитализация 25 миллиардов, а убытки на 9, где-то 10 миллиардов, в том числе и в авиаотрасли происходит такая же ситуация. То есть компаниям нужно много-много лет, да, может быть 5, может быть 10 лет, чтобы просто восстановиться, да, там, где они были. Потому что вряд ли там авиаперевозки увеличатся в 2-3 раза, да, то есть мы должны это понимать. Поэтому таким компаниям, конечно, придется не сладко. И вот, например, это те акции, в которых инвестировать, да, даже там, с учетом 5-10 лет, довольно-таки опасно. Можно найти более интересные истории, поэтому здесь тоже будьте аккуратны. А в целом, да, по рынку, да, то есть, ну, из ключевых инструментов индекс VIX немного подупал, да, то есть от максимума, которые были на прошлой неделе там, в районе 24, ну, не на прошлой неделе, в июле, да, в середине июля. И, соответственно, сейчас мы находимся в отметке 18. То есть все, что ниже 20, в принципе, рынок воспринимает довольно-таки позитивно. Ну и у нас продолжается снижение десятилеток американских. Соответственно, локальный максимум, да, который был зафиксирован пару месяцев назад, да, в области практически 2%, да, он опускается, и сейчас мы находимся в районе 1.24. То есть, в принципе, данная нисходящая динамика, она сохраняется. Ну и здесь мы видим график S&P 500, который также продолжает расти, обновлять локальный максимум. То есть, в принципе, все логично на текущий момент, и очень много ждут от сезона отчетов, да, который будет. На этой неделе отчитается также достаточно большое количество громких имен, таких как Tesla, Apple, Microsoft, Google, AMD, Facebook и Amazon. Конечно, будет отчитываться еще много других компаний, в принципе, эта неделя довольно-таки насыщенная, довольно-таки интересная, поэтому обязательно тоже за этим будем следить. Ну и теперь давайте посмотрим, какие у нас события на предстоящую неделю, разберем, что нам стоит ожидать, да, с точки зрения как раз макроэкономики. Понедельник по США продажи нового жилья, да, будут опубликованы, во вторник заказы на базовые товары длительного пользования за предыдущий месяц, индекс доверия потребителей от CB, да, будет опубликован во вторник, среда. Ну вот среда будет максимально приковано, да, внимание к этому дню, будет, ну, во-первых, изменение запасов, да, каждый раз, как по средам, решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС, соответственно, пойдет. Но, опять же, если посмотреть, то вряд ли ставку мы можем ожидать, повышение ставки в этот раз, да. Ну и, как говорил ФРС, вряд ли мы можем ожидать это в 2021 году. То есть, если мы даже дойдем до января 2022 года, здесь все еще у нас остается практически 100% за то, что ставка останется на прежнем уровне, начиная с марта, да, то есть 3% за то, что ее повысят. А здесь в мае примерно то же самое. Здесь уже чуть более активно, да, это лето 22 года, август, сентябрь 22, ну, давайте вот просто посмотрим, да, какие есть ожидания. То есть, в принципе, сентябрь 22 года 67% пока прогноз на то, что ставка останется на прежнем уровне, но уже порядка 30% то, что ставка может быть повышена. 22 год, ноябрь, здесь уже, ну, примерно такое же соотношение, декабрь 22 года, вот тут уже, вот, фактически к концу года, да, мы можем подойти, возможно, это произойдет раньше, да, опять же, все может зависеть от того, что скажет Пауэлл в ходе заседания, да, и о том, что происходит на рынке, да, что видит ФРС и какие шаги они планируют делать дальше. И февраль, вот ближайший из доступных дат, которые сейчас есть, да, февраль 2023 года, фактически здесь уже перевес в пользу повышения ставки. Вопрос будет, это на 25 базисных пунктов или может быть на 50, может быть на 75, уже вопрос другой. Поэтому здесь тоже
Внимательно за этой ситуацией следим. В четверг также выйдут данные по ВВП США. Здесь ожидается небольшое снижение за второй квартал. И в пятницу будет опубликован пакет данных, опять же, по ВВП. Ну, то есть, неделя публикации данных по ВВП, в принципе, по европейским странам и по Канаде. Да, то есть, здесь тоже пока все идет, ну, вот позитива, по крайней мере, по этому показателю, да, по квартальному ВВП здесь пока мы не видим. Возможно, это повторный локдаун, да, повторный последствия коронавируса, возможно, опять к осени, да, ряд стран начнет закрывать свои границы, да, вводить новые ограничения, но, возможно, этого и не произойдет, если все примут эту ситуацию и пойдут уже действовать, как это, примут это как новую реальность, да, и то, с чем нам предстоит, вероятно, жить довольно-таки долго. В целом, да, теперь давайте пройдемся по основным инструментам, да, как всегда разберем, начнем мы с евро-доллара. Евро-доллар у нас продолжается нисходящая динамика, область поддержки в уровне 1.1720, собственно, туда пока валютная пара и идет. Да, с точки зрения торговых идей, здесь я для себя буду искать позиции на шорт, да, то есть, соответственно, здесь я тоже решил отмечать вот на дневном таймфрейме то, что я ожидаю, и чтобы, может быть, это было чуть более понятно. И, соответственно, сейчас мы видим, что евро-доллар начинает восстанавливаться. Немного мы переписали максимум, который был сформирован в пятницу. А если сможем закрепиться выше этих уровней и начнется как раз коррекционное движение, то по завершению данной коррекции я для себя буду рассматривать точки для входа. Поэтому ищу непосредственно продажи. Сейчас евро-доллар там, в ближайшие пару дней может скорректироваться, то есть подрасти против американского доллара. И как раз на завершение этого роста я для себя буду рассматривать вход на понижение. Та же самая ситуация с парой британский фунт, американский доллар. Здесь пока сохраняется у нас динамика последних двух месяцев именно на укрепление американского доллара, поэтому по этому тренду я и планирую для себя искать позиции. В принципе, коррекция у нас началась еще на прошлой неделе, поэтому здесь я жду для себя ее завершения. Вполне вероятно, что она может завершиться и сегодня, но при обновлении локальных максимумов, которые мы видели в пятницу, в четверг, то эта коррекция может еще дальше продолжиться. Пока у нас все-таки британская валюта укрепляется против американского доллара. Вот я жду как раз первых признаков того, когда мы начнем двигаться вниз, да, по данной валютной паре. А пара американский доллар, канадский доллар. Здесь я для себя ищу покупки. Соответственно, коррекция прошлой недели у нас реализовалась. Дошли до области поддержки. То есть мы, в принципе, такую же динамику видели последние два месяца. И, опять же, я для себя здесь буду в данном случае уже искать покупки. Здесь пока не было сигнала на, по крайней мере, по моей торговой системе, то, что можно покупать. Мы пока не смогли закрепиться выше максимумов, которые были сформированы ни в четверг, ни в пятницу. Соответственно, я жду для себя данного сигнала. Если он произойдет, то я буду для себя уже ждать, ну, устанавливать отложенные ордера или входить по рынку, в зависимости от того, где ситуация будет на момент принятия решения. И ждать как раз движения в область максимальных значений, которые мы видели 19-20 июля. По паре американский доллар, японская иена. Здесь я для себя рассматриваю продажи, да, тем более опять же, в рамках динамики, которую мы увидели в июле. Сейчас пока динамика у нас сохраняется нисходящая, поэтому здесь я буду для себя искать непосредственно продажи. А для того, чтобы мне заходить как раз в эти сделки, я буду ждать для себя закрепления ниже минимальных значений, которые мы увидели также в четверг и в пятницу, затем коррекцию, и буду входить с целями снижения до минимумов 19 июля. То есть, такой здесь у меня план. А по австралийцу, здесь я тоже ищу продажи. В принципе, мы ушли ниже области 75-75, да, область поддержки, которую мы видели в марте, в апреле, и сейчас опять же сохраняется динамика нисходящая, то есть американский доллар укрепляется против австралийского доллара, соответственно, тренд нисходящий, и я для себя тоже здесь буду искать продажи. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма здесь уже был сигнал, да, сегодня уже цена закрепилась ниже минимумов, которые были сформированы в пятницу, поэтому я поставил отложенный ордер примерно на 50% коррекции дневного движения, которое было в пятницу. Стоп-лосс у меня стоит за максимум, который был также в четверг, и, соответственно, если вот мы скорректируемся, вернемся в эту область, то в эту позицию я войду, и take profit у меня стоит по минимуму 21 июля. То есть вот такая спекулятивная идея. По Новозеланду ситуация похожа, но здесь пока не было как раз данного сигнала. Пока у нас здесь сохраняется с точки зрения часового таймфрейма движение восходящее, поэтому по моменту его завершения здесь я буду для себя рассматривать также возможности войти на понижение, да, по данной валютной паре. Золото. Вот золото пока не дает мне четкого понимания, куда здесь мы движемся. В принципе, здесь у нас формируется такой боковик, и если у нас будет перехай как раз тех уровней, которые мы видели в середине
месяца, то в этом случае я для себя буду рассматривать покупки. Если мы все-таки обновим минимальные значения, которые мы видели в июне, то здесь уже будут в приоритете продажи. Поэтому пока по золоту здесь остаюсь вне рынка. А по DAX, ну, точно так же, как и по S&P, та коррекция, которая была, я довольно-таки быстро откупили. Я для себя планировал здесь заходить в рост, но цена не дошла до моего отложенного ордера. То есть, фактически, опять же, точно так же, как мы видели и в апреле, и в мае, да, то есть все коррекции, которые буквально быстро, очень быстро откупали, никаких коррекций не было, но тем не менее отложенный ордер я оставил на тот случай, если все-таки она произойдет. Поэтому сейчас входить, конечно, на покупки я не буду, в целом буду ждать, если будет еще одна волна коррекции, если будет хорошая возможность для того, чтобы в эту позицию войти, я в нее буду входить. Ну и то же самое по S&P 500. S&P 500 в пятницу обновил локальные максимумы, в принципе, может сейчас последовать еще одна волна фиксации, возможно, мы увидим коррекцию, хотя эта неделя довольно-таки важна с точки зрения отчетов, и вполне вероятно, что на этой волне, да, 4450 мы вполне можем увидеть. Но в любом случае жду коррекции, если коррекция будет, то буду заходить, как бы шортить S&P 500 пока я не буду, потому что с точки зрения таких сопутствующих индикаторов, да, тот же VIX, та же доходность казначейских облигаций, пока здесь все говорит не в пользу снижения, да, на текущий момент, но это ситуация вот на сегодня. Ну и также по нефтемарке Brent, пока мы видим, что нефть не удержалась пока в районе 78, мы видим, что с технической стороны у нас начинается как раз коррекция. В принципе, с точки зрения часового таймфрейма, здесь я бы больше рассматривал уже непосредственно продажи. То есть я нефть уже довольно-таки давно не торгую, но если бы я что-то делал, то, по крайней мере, краткосрочно, да, то есть с ориентиром, да, на неделю, может быть, на две, то здесь я для себя предполагаю как раз снижение. Тем более сегодня мы уже закрепились ниже минимумов, которые были сформированы в пятницу, поэтому вполне вероятно, что до отметки 68-67 нефть может сходить. Ну и по ключевым индексам Dow Jones также немного подобрался к локальным, к историческим максимумам, но пока не смог их обновить. Сейчас рынки корректируются сегодня. Ну и по NASDAQ мы здесь тоже видели локальный максимум. Но в принципе мы с вами смотрели, да, то есть ключевые компании, которые опять же тянут индексы вверх, это технологичные компании. Подобную историю мы уже видели. Поэтому здесь они это делают. А вот как раз компании из реальных секторов, да, из... они как раз немного отстают, да, но мы видим это тоже по акциям компаний. Поэтому, в принципе, им есть еще куда расти, да, и за счет этого, если компания будет также отчитываться позитивно, то, в принципе, и для запаса хода по индексу, в том числе индексу S&P 500, такая возможность есть, и она остается. Неделя может быть довольно-таки интересная, да, с точки зрения, опять же, фондового рынка, с точки зрения отчетов, поэтому мы будем пристально за этим следить. Также у нас на этой неделе пройдет вебинар с Александром Элдером. Если вы на него еще не регистрировались, то вы можете сделать это по ссылке в описании к этому видео. Ну и не забудьте поставить лайк, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами увидимся через неделю, посмотрим, что произошло уже в течение этой недели, ну и также поговорим о планах на неделю предстоящую. Всем спасибо за внимание и до свидания.